Всех приветствую на своем канале. Это второе видео по строительству одноэтажного дома. После заливки плиты прошло около недели, и нам завезли облицовочный кирпич. Заметил, что на плите есть поверхностные трещины, хотя накрывали бетон пленкой. Но это не страшно, так как на прочность не влияет, и бетон в процессе набирания своей прочности теряет влагу и уменьшается в объеме. Спустя 2 недели после заливки плиты начали возводить облицовку. И вот такой результат вы увидите в первый день кладки облицовочного кирпича. Сам процесс возведения коробки дома таков. Сначала выкладываем облицовку и закладываем в них гибкие базальтовые связи. Затем вставляем в них утеплитель. Далее выкладываем газоблок и делаем канавки для базальтовых связей. Связи получаются между горизонтальными швами в газоблоке. После прижимаем утеплитель к газоблоку грибками, которые вставляются в связи. Вентилируемый зазор в моем случае от 2 до 3 см. Сегодня 8 июля. Сейчас посмотрим, что нам сделали ребята. Здрасте. Положили уже облицовочку. Половина стены уже выложена. Облицовочную кирпичу. Так, приехали на стройку. Сегодня у нас 10 июля. Выложили они почти доверху окон облицовку. А газоблок еще нам не привезли. Он с Казахстана у нас едет. В Казахстане он дешевле получается, а качество такое же. Значит, у нас налоги дороже получаются. Вот, тут уже над окнами рисунок вырисовывается. Кирпич у нас город Белебей, цвет солома. Такой вот и шоколад. У соломы качество нормально, в принципе, даже нигде, ну редко где скол, а вот у шоколада очень часто сколы попадаются. Вот такие вот, допустим, вот такие вот сколы попадаются. Вот они, вот такие сколы. Вот он. И там что-то серое, как будто цемент какой-то. Вот тоже сколы. И на облицовке также. Вот, допустим. Вот. Вот скол, но он еще не отлетел руками. Вот они, сколы. Я думал, это строители делают, когда равняют молотком. А нет, смотрел в пачках, он весь вот такой. Ну, не весь половина. А солома цвет, смотрите, нормальный. Нигде нет такого. Такой кирпич попался.